фейерверк» — такое яркое название носит концерт лауреатов международных конкурсов, который состоялся в Школе искусств Верстовского. За несколько лет существования проект реализовывался как в концертных залах Московской области и Москвы, так и за пределами нашего региона. Сегодня своим гостеприимством и уютом нас принимает детская школа искусств имени Верстовского. В этот день для гостей звучала классическая музыка в исполнении студентов МГИК под руководством лауреата международных конкурсов Альбины Чебаевой. Этот проект уже давно стал творческой площадкой, где совсем юные молодые таланты имеют возможность показать свое искусство перед именитыми музыкантами, а также предстать перед широкой публикой. Со школой Верстовского у нас давние отношения. Мы, во-первых, соседи. Мы очень любим учеников, которые поступают к нам как в колледж, так и в институт с этой школы. Мы очень любим сотрудничать нашими отделениями, музыкальным, театральным. И очень часто проводим такие мероприятия совместные. Юные музыканты и их преподаватели подготовили яркую и насыщенную программу. Со сцены звучали произведения таких великих композиторов, как Бетховен, Лист, Прокофьев. Студенты уверены, классика великих музыкантов всегда найдет своего слушателя и отклик в сердцах людей. Есть такое слово, как духовность, которая не устаревает ни в какие времена, и она имеет очень важное значение в жизни людей и в жизни каждого индивидуального человека. И очень важно ее развивать, потому что это также влияет на общество. Преподаватели ДШИ уверены, подобные концерты, безусловно, способствуют развитию и продвижению молодых исполнителей. Школа искусств имени Верстовского становится для многих музыкантов стартовой площадкой в реализации их творческого потенциала. Александр Зелер, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.